Вот как работает вот эта система. Расширительный бак. Я сделал батарею, чтобы закипало меньше. Вот сейчас шумит она. Закипает в батарее. И пар вот этот вот. Его весь вытягивает вверх. И в итоге в предбаннике у меня нету этой влаги. Смотрите. Кому как нравится. Вот это мой выход из положения. Чтобы влага из расширительного бака, накопительного бака. Ну, у меня вытягивает все на чердак. И здесь красота.